Всем привет, с вами Интернет и Деньги. В этом ролике я вам покажу классную Play to Earn игру. То есть здесь можно зарабатывать как с вложениями, так и без них. Ну и в этом видео я вам покажу, как можно заработать без вложений. Кстати говоря, сразу извиняюсь за голос, немножко приболел, тяжело говорить, но ролик все-таки, думаю, нужно было сделать, потому что игра очень интересная, меня лично затянула. Крутая графика, очень крутые саундтреки, то есть можно целый день залипать, играть и так далее. Итак, что нужно делать? Ссылка на игру будет в описании, вы переходите по ссылке, далее попадаете на вот такую вот страничку и нажимаете вот эту кнопку Start Free Arena Experience. Нажимаем и переходим. Я, кстати, заранее зашел в игру и отключил все лишние звуки, чтобы не мешало видео. Потому что если бы играла музыка, то, в принципе, все бы было плохо слышно. Итак, давайте смотреть. Вот здесь у меня видно, сколько токенов я уже заработал. Кстати говоря, эти токены пока что не продаются на главном рынке, но на вторичном, я знаю, их уже покупают. То есть можно зарабатывать, и потому что они сразу идут уже к вам на MetaMask. Чтобы начать зарабатывать, для начала нужно будет подключить ваш кошелек MetaMask. Как это сделать? Все очень просто. Вот здесь, где у меня количество токенов и гонок, которые остались, то у вас тут будет большая кнопка «Подключить кошелек». Вы его подключаете и все. Далее вы уже в игре, у вас есть одна машинка, на которой вы можете играть. Можете, в принципе, зайти в настройки. Также там есть звук, язык, есть графика. Если у вас, к примеру, на высокой графике глючит компьютер или то устройство, на котором вы играете, то, соответственно, можете поставить более низкую графику, и тогда будет все нормально. Но на более низкой графике не так интересно играть. Лично у меня, в принципе, старый ноутбук, но он все-таки на высокой графике неплохо здесь тянет. Далее, смотрите, если играть без вложений, то вам при регистрации дается, точно не помню, либо 20, либо 30 гонок, кажется. Вы их поиграете и, в принципе, все. Кстати, токены вы получаете только в том случае, когда гонку выиграли. Если проиграли, то, соответственно, вы ничего не получаете. Но чтобы пополнять вот это количество гонок без вложений, вам нужно нажать кнопочку «Заправить». Здесь копируется ваша реферальная ссылка. И за каждого приглашенного человека вы получаете плюс 20 гонок. Думаю, в принципе, с этим все понятно. Есть также гараж, где можно посмотреть ваши машины. Ну и рынок, где их можно купить. Еще, как видим, не все. Еще будут машины. Есть вот такая вот за 545 USDT, за 391 и за 150 USDT. Самая дешевая вот такая машинка. Между прочим, когда вы покупаете машинку, то количество гонок у вас бесконечно. То есть можете постоянно играть и не волноваться, что гонки у вас заканчиваются. Далее, как играть? Нажимаете здесь старт, и вот здесь, где airdrop, нажимаете кнопку в гонку. Самое главное, смотрите, здесь есть 6-часовая квота. Если здесь она уже заканчивается, либо нет, то не играйте, потому что тогда, даже если вы выиграете, то вы ничего не получите. Сейчас есть, как видим, более 51 токена, соответственно, можно играть. То есть, если я сейчас выиграю, то я, соответственно, получу какую-то часть этого токена. Играть очень легко. Газ — это пробел, а переключение передач — это стрелки вверх-вниз. Но стрелка вниз вам не понадобится, потому что только переключаем на высшую передачу. Итак, давайте посмотрим. Нажимаем гонку. Далее нажимаем газ. Все, поехали. Так, я когда говорю, то не могу нормально нажимать на газ, но ничего страшного. Кстати говоря, перед тем, как нажимать на газ, точнее переключать передачу, то газ нужно пускать. Пустили газ, переключили передачу, вот я, кстати, выиграл. И потом уже вот 0,05 токена я выиграл. Если будет у вас NFT-шка, то есть покупаете машину, то вот здесь за одну гонку сумма будет побольше, когда вы будете выигрывать. Здесь также можно будет смотреть вашу статистику, на какой скорости вы финишировали, какое время и так далее. Так, смотрите, далее, когда вы первый раз, вот, к примеру, выиграли, вот победа, вам нужно будет все это добавить в ваш MetaMask кошелек. Вот здесь нажимаете «Импортировать URX токен в кошелек», и вы там просто все додаете. Там, в принципе, по инструкции все понятно. И, соответственно, у вас сразу додается сеть и этот токен. То есть сразу все это уже у вас будет на вашем MetaMask. Давайте открою и покажу. Вот есть сеть XLT и вот токены 2.6 у меня уже есть. Кстати говоря, было 2.55, вот видите, сразу добавили. Иногда токены за победу дают не сразу, там чуть попозже, но они в любом случае приходят. Давайте еще сыграем. Вот нажимаем гонку. Я нажимаю газ. И перед этим, как здесь будет гол, соответственно, пускаю газ и включаю передачу. Далее пустил газ, передача, а газ.
Пустил, передача, снова нажал. Тут главное вовремя нажимать, потому что, видите, вот я не вовремя нажал, и меня очень быстро обогнали. То есть, если играете, не нужно отвлекаться. Если немножко отвлеклись, то, в принципе, все, вы проиграли. Иногда бывает выигрывать очень легко. Вот, да, вот так будет. У вас проиграл, все, вы ничего не выиграли, да, и можно опять сделать перезаезд. Ну, давайте еще одну гоночку сыграем. Давайте вот просто без слов попробую сыграть. Вот, видите, не вовремя переключился, и меня быстренько обогнали. Ну, ладно, думаю, остальные гонки я уже сыграю за кадром, без видео. Ну, в принципе, думаю, суть вы поняли, как это делать. Зарабатывайте эти токены, выигрываете гонки, и потом уже их можно будет продавать. Ну, либо уже сейчас, я знаю, что на вторичном рынке в чатах эти токены покупают. То есть, в принципе, тоже есть такая возможность. Я лично пока что их не продавал, даже не смотрел в эти чаты, но есть информация от людей, которые это делали. Поэтому вот такой, ребят, здесь может быть заработок без вложений. Кому, конечно же, интересно, то может начать зарабатывать и с вложениями. Игра довольно интересная. Знаю, что должны быть коллаборации. В принципе, все довольно классно. Если вот, кстати, нажать настройки, то есть вот их в соцсети, Telegram, Discord и Twitter. Там можно узнавать более подробную информацию. Также есть обучение о проекте, факт. То есть можно узнать намного подробнее. Если вам интересно более подробное видео по игре, то, соответственно, напишите в комментариях. Попробуем снять более детально, рассказать об игре, что и как, в принципе, планируется здесь и какое будет развитие. На этом все. Если видео вам понравилось, конечно же, ставим ему лайк и подписываемся на канал, если еще не подписаны. Всем удачи и до новых встреч!